Телекомпания «ВИТ» представляет. Часто раздаются возгласы «Валдис, а почему в программе нет зарубежной музыки?» Спокойно, товарищи! Процесс интеграции уже пошел. Наши эстрадные исполнители успешно перепевают западный репертуар. Так что скоро с нашей программой вместе будут играть и бразилец, швед, и полинезиец. Мы начинаем сегодня с нами здесь, концертный оркестр программы «Угадай мелодию». И, конечно же, главные действующие лица, герои нашей программы, они появляются в студии. Давайте встречать их аплодисментами. Прошу вас, занимайте ваши игровые места, уважаемые телезрители. Сегодня с нами играют сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Аплодисменты. Добрый вечер, уважаемые игроки. Очень приятно приветствовать вас на нашей площадке. Здесь будет царить музыка и веселье. И позвольте, я представлю вас нашей многомиллионной аудитории. Участник под номером один Андрей Петров. Андрей – сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мужественный, отважный Андрей считает, что мир соткан из музыки. Музыка изначально слышна в каждом из нас. И надо просто уметь прислушаться друг к другу. Андрей Петров. Участница под номером два – Евгения Машкова. Евгения представляет Центр по управлению кризисными ситуациями. Она одна из первых узнает, где людям необходима помощь, а затем координирует работу спасательных бригад. Программа «Угадай мелодию», говорит Женя, – это моя любовь. С первого взгляда – Евгения Машкова. И участник под номером три – Евгений Турлаков. Наша служба опасна и трудна. Эти слова из песни как нельзя лучше говорят о работе Евгения. Он представитель отряда Центра спаса МЧС России. Город Жуковский. Мастер спорта, парашютист, спасатель, сделавший более 3000 прыжков с парашютом в экстремальных условиях. Евгений Турлаков! Уважаемые игроки, несмотря на то, что ваш профессиональный праздник День спасателя уже прошел, позвольте присоединиться ко всем тем поздравлениям, которые звучали, звучат и будут звучать в вашу честь. Я объявляю начало первого тура! Андрей, вы участник под номером один, ближайший ко мне. Выбирайте. С песней по жизни. С песней по жизни. Замечательно. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Первая. Нота номер один. 40 рублей за правильный ответ, а рубль нашей сегодняшней программе будет равняться 10 венгерским форинтам. Интересно, а сколько это в пересчете на рубли? Узнаем потом. Итак, 40 рублей с песни по жизни. Слушаем. Евгений. Летят перелетные птицы. А нет, поправьтесь. Это встречная песня, нас утро встречает прохладой, так называемая. Евгений, к сожалению, две мелодии вы вне игры. Право выбора категории передаю вам, Евгения. Друзья, у нас маленький казус случился на площадке, но значит нужно поддержать наших игроков. Евгений, только не уходите далеко, вы там оставайтесь у своего игрового места, прошу. Маэстро. Маэстро Раймон, пауз, нота. Нота номер два. Слушаем. Евгения. Бабушка рядышком с дедушкой. Дедушка рядышком с бабушкой. Совершенно верно. Угадано. Да. И тут же аплодисменты, и тут же улыбки. Выбирайте. Давайте номер один там же. Маэстро номер один. Слушаем. Знаете, такой город, где все ходят и что-то мурлычат все под нос. Вот такой вот он. Новая мелодия «Город песен» исполняет Валерий Леонтьев. Ничего страшного, ее никто не угадал. Евгений, вы возвращаетесь под аплодисменты всего зрительного зала. Вы снова в игре. Кстати, у вас право выбора категории. Но впредь, Евгений, не ошибайтесь. Все, я понял. Замечательно, выбирайте. «Всякая погода в благодать». Прекрасно, нота. Третья. Слушай.
метель, зверуха совершенно верно. Ты, кудри, мене кличешь, послухай. Угадано? Вот что значит две мелодии. Копить себе энергию, желание играть и тут же угадывать. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Здесь же первое. Остаемся в этой категории, нота да, номер один. Слушаем. Евгений, да? Вы нажали кнопочку. Я вас не отпущу. Смотри на меня. Так и надо. Все говорят, подожди, дожди, дожди. Совершенно верно, угадано. Да, 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 да. Это не то, что как бы я вчистую вам подсказал. Просто я ускорил процесс называния мелодии. Вы начали говорить, я продолжил. Замечательно. Аплодисменты были маленькие. Вот так вот. Я думаю, погоду надо добить. Второй. Продолжит добивать. Добивать его окончательно будем чуть позже. Нота номер три. Слушаем. Синий, Евгений. Синий-синий, нелегкий. Совершенно верно, угадано. Да. Андрей, Андрей. О-о-о-о. Это называется ваш табло. 4-0. Давайте я вам дам установку. Хоть. Все, вы теперь начнете с удвоенной энергии угадывать мелодии. Евгений, выбирайте. Но я бы хотел с погодой покончить. Вот теперь мы ее добьем такие, заколотим. Слушаем. Ребят, погода когда идешь, ну как в молоке вот так. А не видно ничего. Андрей. Туман, туман. Туман, туман, группа блестящая, совершенно верно. А теперь... Я хотел бы аплодисментов в свой адрес. Вот что значит установка, а? Учитесь! Прекрасно, Андрей. Выбирайте. Маэстро. Маэстро. Раймонд Паулс, нота? Третья. Третья. Слушаем. По-моему, что-то затмение сердца, что-то там. Да вы абсолютно правы, конечно, затмение сердца. Я же недаром затмевал свое сердце. Подсказываю вам. Прекрасно, выбирайте. С песни по жизни. С песни по жизни. Нотка? Нота 4. Четвертое. Помните, что вы подорвались на этой категории. Теперь будем мстить, мстить. Слушаем. Евгений. Чаир, что-то там. Распускаются розы. Сатисфакция достигнута! Вы наказали эту упрямую и вредную категорию. Уважаемые игроки, на этом время первого тура нашей программы заканчивается. Под несмолкающие аплодисменты всех присутствующих в зале. Уважаемые игроки, прошу вас, зайдите на подиум и до встречи во втором туре через несколько мгновений. Напоминаю, сегодня с нами играют замечательные музыкальные азартные игроки, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Честь им и хвала! Все-таки честь и хвала нашим сегодняшним игрокам, сотрудникам МЧС России. Они нашли возможность, время сбросить с себя вот это время событий и прийти сюда, повеселиться, угадывать мелодии. Давайте встречать их аплодисментами. Добро пожаловать. Прошу вас, занимайте ваши игровые места во втором туре нашей программы. Итак, уважаемые игроки, все замечательно, все прекрасно. Евгений выше всяких похвал. Евгений, я, Андрей. Надо подтянуться, надо брать со старших пример. Нам есть на кого равняться. Я объявляю начало второго тура. Евгений, вы лидер по итогам первого тура. Вам выбирать, прошу. Песня Зацепина. Песня Александра Зацепина. Слушаем. Купидон. Купидон, совершенно верно, да. Угадано. Выбирайте. Там же можно. Там же. Да. Остаемся, слушаем. Да, Евгения. Так
так же, как все, как все. Конечно, конечно! Совершенно верно! Угарно. И заметьте, денежная цена за ответ была достаточно хороша. Выбирайте дальше, прошу. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Слушаем. Евгения. А нам все равно. А нам все равно. Да, да, да. Андрей, Андрей, Андрей. Вы знаете, что один из вас потом уйдет в небытие, как, ну, в небытие нашей программы, естественно. Помните об этом. Начинайте зарабатывать очки. Евгения, прошу. Продолжаем. Продолжаем. Слушаем последнее, четвертое. Евгений. Напрасно слезы льет. Как гусли, душа ее поет, угарана. Прекрасно. Евгений, а вот я как бы поскольку... Ну, у меня не 3000 прыжков с парашютом, у меня гораздо меньше. Обычно, когда вот туда что-то напеваешь, что вы напеваете? Вообще-то не пел ничего. Да? А вы попробуйте на досуге. Может Попробую. Быть, вам понравится. Выбирайте, прошу. Зацепина. Зацепин нет, к сожалению, все 4 озвучали. Тогда эти глаза напротив. Эти глаза напротив. Итак, песни о зыркалках. Слушаем. Очень черные. Ну, очень черные, естественно. Это самая известная песня о оптических приборах, позволяющих человеку видеть биологического происхождения. Во, как загнул. Выбирайте. Ну, наверное, остаемся там. Остаемся в глазах, да? В глазах. Слушаем. Стоп. Друзья, соблюдайте дисциплину, производственную дисциплину нашей программы. Евгений, да, вы нажали первым? Да, да. Прошу. Ах, эти... Как там, черные глаза, конечно, да, меня пленили. Угадано. Андрей, я не могу сказать, что поезд ушел, но он дает 3-й гудок. Кондуктора свистят и говорят, по вагонам, по вагонам. Евгений, прошу. В глазах. Может быть, Андрей, сейчас, секунду. Может быть, еще установку дать? Можно, да, можно. А! Слушаем. Глаза. Эти глаза напротив калейдоскоп. А я вам слова не давал еще, Евгений. Да? Я извиняюсь. Что же, Андрей, я же такой... Да, Евгений, слушаю вас. Эти глаза напротив. Эти глаза напротив, конечно. Угадываю. Выбирайте. Еще раз в глаза. Еще раз в глаза. А секунду. А, Евгений, ваши руки наливаются свинцом. Вы не способны нажимать красную кнопку. А ваши руки, Андрей, легкие и быстрые. Слушаем музыку. Евгений. Серые глаза, эти глазки. Эти... Какие серые? Ну, как поет это? Салтыкова. Эти глазки, эти голубые глазки. Голубые глазки, совершенно верно. Да, да, да. У Ирины Салтыковой есть две песни. Одна называется «Серые глаза», а другая называется «Голубые глазки». На разнице между этими песнями подорвалось много угадайцев. Вы избежали этой участи. Прекрасно, выбирайте. Первую категорию музыкальный фольклор. Музыкальный фольклор. Ничего кроме музыкального фольклора. Слушаем. Ах, эти тоненькие что-то, ручки, нет? Ручки. Ах, эти худенькие ножки. И это вы считаете, что русский музыкальный фольклор воспевал дистрофию? Ах, думается, нет, Андрей. Мы слишком быстро, мы слишком быстро нажали на эту кнопку. Вот мчится тройка удалая, так называлась эта мелодия. Хотя, может быть, в эпоху царизма ямщик не доедал. Но, тем не менее, Андрей, две мелодии, вы вне игры. Про выбор категории у вас, Евгения, прошу. Музыкальный фольклор. Музыкальный фольклор, слушаем. Да, Евгения. Запрягайте, хлопцы, коней. Нет, 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 нет. Почему я с легкостью такое говорю? Это коробейники, на самом деле, полна моя коробушка. Почему я с легкостью как бы зарезал ваш ответ? Потому что наказывать я уже никого не буду. Над вами зажигается свет над всеми, уважаемые игроки. Потому что время второго тура подошло к концу. Молодежь, идите учите музыку. Андрей, спасибо огромное за ваше участие в нашей программе.
Аплодисменты, да, действительно, аплодисменты. Всем очень понравилось ваше участие, но, к сожалению, игра не сложилась. Сегодня только здесь, на этой площадке. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Андрей, всего доброго. Евгений, Евгения, до встречи в третьем туре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые участники. Итак, Евгений и Евгения. А я, кстати, по отчеству Евгеньевич. Одним словом, настроя в третьем туре нашей программы. Спас против центра по управлению в кризисных ситуациях, хотя в любом случае выиграет, победит МЧС России. Встречайте наших игроков, они появляются в студии. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Все только вам. Прошу занимать ваши игровые места. Начинаем третий тур нашей замечательной, яркой и, заметьте, очень музыкальной программы. Евгения, а что это вы как-то волнуетесь? У меня такое ощущение. Расцветайте, расцветайте. Воздушные поцелуи пошли. Аплодисменты тут же. Конница, массовка. Все сошлось. Играете замечательно. Лидером по итогам первых двух туров является Евгений. Он начинает торги после моей подсказки. Песня из нашего революционного прошлого. Прошу вас, Евгений, вы начинаете. Я попробую, Жень, 6 нот. Угадывайте. Угадываете, сразу сдается Евгения. Песня из нашего революционного прошлого, 6 нот, слушаем. Пусть мило в бой пойдем. За власть советов, конечно. Угадываю, мелодия легко-легко раскололась пред вами. Сейчас становится 1-0 в вашу пользу. Внимание, подсказка номер 2. Песня-музыкальная вариация на тему любви. Евгений, прошу, начинайте. Жень, ну 6... Угадывайте. Угадывайте. Песня, музыкальная вариация на тему любви. 6 нот, слушаем. Евгений, пора отвечать. Время на раздумье в третьем туре у нас нет. Раз, два, три, отвечайте. Нет, нет никаких вариантов. Ля-ля, фа, эти ноты. Анжелика Воронова сейчас становится 1-1. Так вот она, хитрая тактика. Евгений дает первые всходы. 1-1, подсказка номер 3. Песня о том, что расставание для любимых смерти подобно. Евгения, прошу, начинайте. Евгений, я угадаю эту мелодию с 6 нот. Угадывай же. Угадывай. Хорошо. Чему-то вами любима цифра 6. Песня о том, что расставание для любимых смерти подобно. 6 нот, слушаем. Евгений, кажется, догадался, но отвечать вам, Евгения, мне, Евгеньевичу. Евгений, раз, два, три, ну! Версию! Нам не жить друг без друга, так называлась эта мелодия. Сейчас становится 2-1, 2-1 в пользу Евгения. Песня о канувшем в лето государстве. Прошу вас, Евгений, вы начинайте. Подсказка достаточно прозрачна. По традиции, 6. Ну хорошо, я попробую с 5. Угадывай. Подождите, он еще не сказал угадывай, вот теперь сказал, да. Ну хорошо, я попробую с 5. Замечательно. Итак, песня о канувшем в лету государстве, 5 нот, слушаем. Они прозвучали, Евгения? 5, Евгений, по-моему, догадался. Или делает умный вид, что я догадался, но я ничего не скажу. Евгений, вам отвечать. Раз, два, три. Мой адрес ни дома, ни улица. Мой адрес Советский Союз. И таким образом сейчас становится 3-1 в пользу Евгения. Милая Женя, вы проиграли, проиграли третий тур, но улыбка цветет на вашем лице. Зрители аплодируют. Обязательно аплодируют вам. Спасибо за ваше прекрасное участие в нашей сегодняшней программе. Всего доброго, Евгения. Евгений, увидимся в суперигре. Прошу вас, зайдите на подиум, уважаемые игроки. Итак, Центроспас побеждает. Да нет, не Центроспас, не отдельное подразделение, а все министерство по чрезвычайным ситуациям. Россия идет вперед, естественно, побеждает. Наши программы можно назвать чрезвычайной ситуацией нашего шоу. Ведь это самое сложное испытание, но только не для нашего сегодняшнего финалиста. Напоминаю, сегодня мы играли с сотрудниками МЧС и финалист нашей программы Евгений.
Ермаков появляется в студии. Чтобы смянуты громче. Прошу, занимайте место финалиста. Начинаем суперигру нашей программы. Знаете, Евгений, я, кажется, наконец понял, почему, вот, допустим, ругают Минобороны, Минфин, МВД, МЧС. Наоборот, всегда восхваляют, говорят слова благодарности. Потому что вы профессионалы во всем. Занимаетесь своей работой профессионально. А как угадывают мелодии? Это же просто сказка. Аплодисменты. Готовы? Готов. А давайте еще раз пожелаем удачи нашему финалисту Евгению Турлаков. Ну, а теперь начнем. Милая моя. Милая моя, да, Андрей Губин, совершенно верно угадано. Дальше. Прощание славянки. Конечно, совершенно верно. Дальше. Грозди душистые. Белая акация, грозди душистые, совершенно верно. Дальше. Кнопку лучше пропустим. Пропущу, пока вы не нажмете на кнопку, я не могу остановить время. Пропускаем, ничего страшного. Дальше. Аква де Виль, угадано, да. Дальше. Ягода малина. Ягода малина нас себе манила. Совершенно верно. Мелодия номер 7. Я люблю тебя, Дима. Что мне так необходимо? Совершенно верно, угадано. Итак, 6 секунд в запасе, мелодия номер 4. Возвращаемся. Маскарад. Вальс к драме Лермонтова «Маскарад» угадано! Он разгадал всю суперигру. Аплодисменты, друзья. Отметим это событие громом, тайфуном, шквалом аплодисментов. Евгений Турлаков, абсолютный победитель нашей программы. Громче. Евгений, благодарю за прекрасную игру. Прошу вас, зайдите на подиум. Вы покидаете нашу программу абсолютным победителем. Я говорю, что суперигра – это чрезвычайная ситуация, но только не для наших сегодняшних игроков. Я, как всегда, оказался прав. И надеюсь, я прав в том, что наша встреча скоро состоится, и мы ее будем ждать с этого момента, с того момента, когда наша программа закончится. До встречи. Пока.